11 апреля в поселке Майском прием граждан по личным вопросам провел временно исполняющий обязанности прокурора Кашхабльского района Мурат Хакуй, на котором присутствовал начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Адыгея Евгений Лесных, также глава поселения Андрей Дацко и начальник управляющей компании «Элит» Давлет Хасинов. Одна из жительниц поселка обратилась к присутствующим с проблемой коммунального характера, которая приносит ей беспокойство не один год. Участники приема ознакомились с сутью данного вопроса и приняли оптимальное решение для обеих сторон.